Всем приветики, мои дорогие зрители. Сейчас, получается, обзора Макриц не будет. Возвращаюсь, короче, к старой теме тараканов. Так, это у нас тараканы доминошки, а именно Бернхарди. Алегранжери не буду показывать в этом видео. Так, хочу показать новоприбывших, ну, или перелинявших. Так, с перелинявших получается доминошек. Ах, немного грязные, конечно. Так, это у нас, вот они, перелинявшие доминошки. Как видите, вот здесь самец и самка. На, попробуйте отличить, где самец, где самка. Сейчас еще отловлю. Покажу, в принципе, получше. Да. А, немножечко какие-то неуклюжие. Вот. И да. Вот, получается, держу, которую... Это у нас самочка. Самочка покрупнее. Что подростки, что взрослые. Очень неуклюжие. Хотя, видео просто, что доминошки ползают спокойно, в принципе, по стеночкам. Но я уже начинаю даже в этом сомневаться. Начинаю в этом сомневаться. Так, так поближе покажу. Хоть они и ползают по стенкам, но большую часть, конечно, они проводят в грунте. Ну да, разница видна вот между самцом и самкой. Самцы такие прям помельче. Ну, теперь вот надо дождаться, когда они будут откладывать иотеку. Вот. Дождаться потомства, наконец-то. Вот. Очень, кстати, красивые тараканы. Мне прям безумно понравились. Такие прям бархатные. Главное, не прыгай. Такие бархатные, прям пушистенькие. На, хоть это и тараканы, а такие красивые. Приятные прям на ощупь. Не сильно такие шустрые. Прям очень радует. Вот и цвет у них, гляньте, какой красивый сейчас. Угу. Так, ну, думаю, на этом все. Всем пока.